Игра в Майнкрафт, различные мини-игры, SkyWars, также различные летсплеи по другим крутым играм, различные влоги и что самое главное, это конечно же очень смешные и интересные видео вы сможете найти на канале Сергома. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего 7-го сезона с модом Пиксельмон, ребята! И сегодня мы будем продолжать дальше прокачивать наших покемонов, искать новых покемонов и выживать в мире Майнкрафта вместе с покемонами, да, ребята? И я сразу хочу извиниться за то, что сегодня серия вышла очень поздно. Я утром ее выложил, пошел умываться, потому что мне нужно было идти на работу. Как только я вернулся, после 20 минут я увидел то, что многие люди орали, мол, Эдисон видео залагало. И действительно оно залагало. Я не знаю, почему оно так обработалось, но после 20 секунд просмотра оно просто останавливалось и все. И мне нужно было его удалить, и так как у меня времени просто не было, потому что мне через 15 минут нужно было быть на работе, а туда еще нужно доехать, я, ребята, просто не смог выложить. И хоть я сейчас прилетел прямо с работы, даже не покушал, толком не разделся, сразу сел записывать серию. Поэтому, ребята, глубочайшее извинение, надеюсь, вы меня простите, потому что я говорил то, что если серия не выйдет в 10 часов утра, то, ну, вы знаете. Поэтому, ребята, глубокие извинения, но не получилось, с кем не бывает, я же тоже не робот. Поэтому, ребята, я даю вам слово. Если вы хотите завтра видеть новую серию, 3000 лайков, вы, ребята, нереальные молодцы. Потому что на предыдущей серии мы набрали больше, чем 3000 лайков. Я не знаю, как вас отблагодарить, просто-напросто пожму вам руку. И также я буду, наверное, стримить Пиксельмон в скором времени на YouTube вместе с вами, ребята, увидим. Поэтому, если хотите завтра новую серию в 10 часов утра, 3000 лайков, я обещаю то, что она выйдет. Да, ребята, также подписывайтесь на мой канал и вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я, ребята, буду также рад, если вы расскажете о этом видео своим друзьям, чтобы они тоже к нам присоединились и увидели, чем мы занимаемся в этом сезоне Пиксельмона. Да, ребята? Аху! Я прям реально вот 3 минуты назад домой с работы пришел, и я даже не успел толком раздеться, даже в туалет не успел сходить, и сразу начал записывать серию, чтобы выложить ее как можно быстрее, потому что и так уже поздно, но все же, ребята. Фу, я просто, знаете, нервничал по этому поводу, то, что думаю, вы нафиг такие сумасшедшие, мы же на предыдущей серии набрали больше, чем 3000 лайков за один день, я думаю, вот мои подписчики прям нереальные ребята, потому что, ребята, я вас всех уважаю за это, и вы прям нереальные молодцы. И я прям подумал, нифига себе, если я сегодня в 10 часов утра не выложу серию, то многие, наверное, будут отписываться, потому что, Эдисон, мы же лайки набрали, а серия не вышла, и я такой прям даже на работе толком сидеть не мог, потому что думал целый день об этом, как бы не подвести вас, ребята. Поэтому еще раз извините, но я реально переживал по этому поводу. Ну да ладно, давайте больше не будем об этом. И если я его сейчас замочу, надеюсь или не надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста. Ах ты, да. Так, а куда нам нужно, ребята? Вы помните нашу задачу на эту серию? Вы помните? Конечно, вы помните. А знаете что? Знаете что, ребята, куда я пойду? Смотрите, куда я пойду. Я пойду на свою последнюю точку смерти. Потому что в предыдущей серии столько людей орало, что вы себе даже не представляете. А что они орали? Орали по тому поводу, то, что, мол, Эдисон, на какой-то там ты секунде, на какой-то там ты минуте пропустил покебол, который валялся на земле. Вот это было тогда, когда ты умер. И столько крика было, Эдисон, как ты мог это пропустить, как ты мог это пропустить, слепошарый? Ребят, это, в принципе, не такое большое дело пропустить один покебол, но я, если честно, даже сейчас его не вижу, где он. Поэтому я и так, если я тогда не увидел, если я даже сейчас не вижу, когда я сосредоточен на этом, то так, а где он? Ребята, вы на меня орали в предыдущей серии то, что я его не поднял, а на этой серии, наверное, еще в два раза сильнее будете орать, потому что я не вижу никакого покебола, который валяется на земле. Мне говорили на том месте, где ты умер в последний раз. А умер я в этом сезоне пока что только один раз, когда с лаки-блока выпали вот эти заряженные криперы, вот. Поэтому, ребят, я даже не знаю, о чем вы говорили, я никого тут не вижу, честное слово. Ладно, не суть, потому что... Ой, не туда. Потому что мы вернемся домой, вылечимся. И знаете, куда пойдем? Мы пойдем искать нашу главную цель на данный момент. Это черный априкон.
черный. У нас есть желтый, нам нужен черный, потому что с помощью черного мы сможем сделать, да практически все покеболы делаются с помощью черного. Поэтому, ребята, нам нужен черный, желтый у нас уже вырос, видите, желтый у нас уже есть, а я его случайно, вот он, нет, отдайся мне, вот так, и там сюда, замечательно. И, в принципе, уже знаете что, давайте уже дождемся ночи, и утречком-бодрячком мы побежим, конечно же, на ловлю новых покемонов, ребята. Пока давайте мы выложим вот этот весь хлам. Вот этот весь хлам у нас, в принципе, уже, можно сказать, сундучок так неплохо забит. Вообще неплохо забит, честное слово. И, в принципе, все, да? Вот тут еще бы вот это выложить. Я, в принципе, сейчас, ребята... Ой, что я сделал? Нифига себе, туда же можно вот эти... Как это? Оформление менять? Нифига себе, ребята. Давайте пойдем в нашу шахту. Я... Кто там? Сайтер... А давайте пойдем сюда, и я выложу то, что мне в данный момент просто-напросто нафиг не нужно. Вот так, да, все, замечательно, замечательно. И сюда еще выложу андезит. И, в принципе, ребята, сейчас мы даже можем попробовать убить вот этого сайтера. Сайтеров, потому что их тут дофига. 33 уровень. В предыдущий раз сайтер с нами разделался на ура. Но в этот раз мы пришли намного сильнее, потому что в этот раз у нас уже, конечно же, есть Чаризард. С одной атаки. Сайтер, что ты скажешь в этот раз? Да, я так и думал, ты, наверное, просто промолчишь. А ты что скажешь, если ты, конечно, не огромный уровень? 15-й. Рассмешил, 15 уровень, рассмешил. Глум, Глум ты, в принципе, тоже какой-то, 37-й, замечательно, ребята. Чаризард растет, и это очень хорошо, то, что он растет. И, в принципе, знаете что, ребята, так как я говорил, сейчас мы пойдем поспим, и утречком-бодрячком мы пойдем на охоту за черным априконом, потому что нам его очень нужно найти. Очень, я еще раз, ребята, повторю. Потому что только с его помощью мы сможем начинать крафтить покеболы, и, по идее, только с его помощью мы сможем ловить новых покемонов. В принципе, знаете что, ребята, вот заодно можем убивать вот этих всех покемонов, которые находятся на нашем пути. Потому что, ну, если они такие более-менее нормальный уровень, да, то почему бы их не убить, если за них еще так нормально так опыта даст. Замечательно, ребята, знаете что, давайте мы пойдем туда на место смерти. Я сяду тут на Чаризарда, и мы полетим, потому что на Чаризарде намного лучше радиус того, что мы можем увидеть. Но, если честно, пока что ничего не вижу. И как я, в принципе, знаю, априконы же у нас спавнятся в... тут. То есть в равнинах. Друзи. Эконс. Априконы же у нас спавнятся вот тут, в равнинах, в лесах. Поэтому вряд ли мы их сможем найти. Вот! Как я удачно сюда залетел, потому что мы сразу же нашли черный, самый главный и самый нужный. И мы также нашли мил танков. Какая-то удачная поездочка. Вы спросите, зачем мне нужны мил танки? Ребята, для того, чтобы скрафтить себе бэкпак. А с мил танков выпадает кожа. А нам, в принципе, кожа сейчас очень даже нужна. Сейчас у меня есть 3 кожи. 3. И дома у меня тоже есть... О, я чуть опять на меня, наверное, начали уже орать, мол, Эдисон, ты там пропустил еще один. Потому что дома у меня тоже уже есть где-то 2-3 кожи. И, опа, здрасте. Аленок, ты наш лесной, здрасте, Аленочек. И вот так, замечательно, 500 опыта. Тут, ух ты ж, нифига себе, сколько там всяких чудиков заспанилось. Кто это там вообще заспанился, мне так интересно. Потому что на карте их прям куча. Кадабра. А, это в воде вот эти заспавнились, да? Да, это вы. Гулдины. Идите в попу. Вы в курсе? Так, замечательно, ребята, уже черный априкон у нас есть. И это не может быть не круто. Потому что сейчас мы начнем, конечно же, выращивать кучу априконов, делать кучу болов. И, конечно же, ловить кучу новых покемонов. Так, зеленый.
Знаете, как я сказал на начале этого сезона, несколько серий назад, то, что мы будем собирать все. Мы будем собирать все цвета, потому что сейчас могут пригодиться действительно все цвета. Потому что я не знаю, какие именно покеболы мы же будем делать, поэтому действительно сейчас могут пригодиться все. И я так и буду делать, я буду собирать, конечно же, все. Марипы! Ну, Марипа, в принципе, можно убить, потому что с Марипа выпадает шерсть, да? И пускай будет. У нас, хреново, знаете что, ребята, что в этом городе у нас нету покехила, точнее, в этом городе у нас нету аптечки, это очень плохо. Зато есть кузница, где мы можем что-то одолжить, ни в коем случае, ребята, не заподозрите меня вообще, потому что я не хочу ничего украсть. Так, никого нету. Полисмен, я просто к своему другу в гости пришел. Да, не обращай на меня внимания, я так, в принципе, хотел, чтобы ты сделал. Морковочка вкусненькая. Полицейский, подвиньтесь, пожалуйста, немного. Немного в ту сторону. Полицейский с какими-то, охренеть, какими страшными глазами, если честно. Это как-то слишком какие-то страшненькие у него глаза. И, конечно же, еще морковочку. Конечно же, еще морковочку мы добудем, сядем, Нет, это я садил, это я растил. Вы новенький в городе, вы ни хрена не понимаете, да? Поэтому я забираю свое имущество. Так, картошечка у нас еще немного осталось. У нас деньги есть, у нас есть 500, у нас есть 256 баксов, которые мы выиграли у тренера. Что мы можем купить? Мы можем купить, ребята, свежую водичку. Кто-то хочет свежую водичку? Так, бро, закатил. Нет, значит, никто не хочет, значит, мы будем отсюда валить. И знаете, ребята, кого я бы имел большущее желание? Прям большущее желание сейчас. Опа, лаки блок. Кого бы я имел желание сейчас ловить? Иви. Иви, мать его, Иви. И как совпало то, что мы находимся именно в том биоме, где она спавнится? Она спавнится вот в этом лесу, в огромном лесу. Поэтому даже есть шанс то, что мы сейчас можем что-то найти. Спасибо за очень крутую броньку, она нам очень сильно пригодится. Но можете ее нафиг оставить себе. Можете ее нафиг оставить себе, да. Иви. Иви, ребята, знаете что? Вот сейчас у нас уже есть все априконы. Мы можем их выращивать, мы можем делать нужные нам покеболы. И знаете что? Давайте мы в этой серии сделаем опрос. Кого вы хотите, чтобы я словил, и кого вы хотите, чтобы был наш следующим покемоном, да? То есть пишите, ребята, в комментарии ваши предположения. Если, допустим, вы хотите, чтобы я словил водного покемона, то пишите. Я хочу, чтобы у Эдисона следующий покемон был водным и такой-то, которого вы предложите. Поэтому, ребята, пишите. Я, конечно же, как обычно, буду прислушиваться к вашему мнению. Еще один черный, да? И, как обычно, я словлю того, кто больше всего наберет голосов. Поэтому, ребята, не стесняйтесь. Конечно же, пишите в комментарии. Еще один черный. Значит, вот где нужно их было искать. Их тут просто-напросто дофигище. Еще один. Вы в курсе, ребята, то, что Черезард уже 38 уровень. Как же мы его офигенно в данный момент прокачиваем. То есть очень быстро. 38 уровень, он только в предыдущей серии эволюционировал. То есть только в предыдущей серии он стал 36 уровнем. Сейчас он уже 38 с половиной. Это очень круто, ребята. Это очень круто, потому что чем больше он уровень, тем больше шанса то, что мы сможем лучше прокачиваться, да? То есть он сможет убивать намного сильнее покемонов, чем сейчас он убивает. Это очень круто. Ну что, ребята, мы сможем еще сейчас найти несколько, если повезет, конечно, несколько лаки-блоков и несколько покеболов, ребята. Смотрите на землю, смотрите. Вот сейчас мне нужна ваша помощь, чтобы вы мне писали. А то вот сейчас я могу пропустить. Вот сейчас я могу пропустить. Кстати, горы! Горы! Горы, горы, горы! А знаете, почему я так радуюсь, ребята? Потому что это большие... Я поломал себя, ребята, смотрите. Ладно, не будем обращать внимания. Потому что, знаете, ребята, кто спавнится в горах? В горах спавнится мой любимый покемон. Да, ребята, в горах спавнится мой любимый покемон. И знаете, кто это? Это, ребята, Риолу. Поэтому я буду очень рад, если я его смогу найти и также словить.
чтобы нам выкинуть сейчас. Это можно выкинуть, это можно выкинуть, и это можно выкинуть. И, в принципе, ребята, его нужно очень внимательно искать, потому что, как я знаю, Риолу спавнится только на закате и только на рассвете. И, в принципе, это... О, тренерушка. Конечно, ты какой уровень? 25-й. Конечно, наш Чаризард парализирован. Это очень плохо, но я надеюсь, что мы хотя бы чуть-чуть опыта мы сможем себя срубить. Да, не получилось. Мэтчоп! И сейчас даже плохо то, что я ни опыта не срублю, и даже не смогу дальше полетать, потому что у нас сейчас нет возможности дальше летать, потому что этот засранец убил нашего Чаризарда. Ну ничего, ребята, мы сможем тут создать горы, вейпоинт, конечно же, и поставить какой-то цвет. Синий давайте. Давайте синий поставим. Замечательно, ребята. И, конечно же, мы сюда вер... Это кто там у нас? Что-то там горит, ребята. Ваши предположения, что там горит? Пишите в комментарии. Может, это какой-то покемон, может, это... Смотрите, движущийся огонек. Это, наверное, или Чимчар, или Чармандер. Но он находится так далеко... О, да, это Чармиллион. Я его заметил, ребята. Он на секунду появился. И давайте я еще добуду... Это кто там у нас? Так, и Корфиш. И давайте я добуду еще один вот этот априкон. И, ребята, мы будем возвращаться домой. Или же, знаете что, даже закончим вот тут. Потому что тут красивый краевид. И, ребята, я даю вам свое слово, если сегодня мы наберем 3000 лайков на вот этой серии. Давайте попробуем еще раз 3000 лайков, ребята. Потому что я верю в то, что мы сможем набрать. То, что вы большие молодцы. Я в вас, ребята, верю. Поэтому я буду рад, если вы поставите лайк. 3000 лайков набираем на этой серии. Сразу выходит на следующий день в 10 часов утра. Выходит новая серия. Я вам, ребята, обещаю. Еще раз извиняюсь за сегодняшнее, то, что серия не вышла днем, а вышла поздно вечером. Но я уже объяснил, ребята, у меня просто не было возможности ее выложить раньше. Я ее выложил утром, она выложилась. Но я потом ее удалил, потому что, как оказалось, серия была глючной. У меня просто ненапросто не было ни минуты времени, чтобы залить новую серию. А за минуту бы она не залилась, там бы понадобилось еще несколько часов. Еще я... Да, короче, я забыл, ребята, что хотел говорить. Но все же, 3000 лайков, завтра выйдет новая серия. Также подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу большую и дружную семью подписчиков. Я буду этому очень сильно рад. Также, ребята, делитесь этим видео со своими друзьями. Каждый ваш репост ВКонтакте, ребята, это плюс один к моему настроению. Я действительно буду очень рад этому, если вы это сделаете, ребята. Большое спасибо, кто досмотрел видео до конца. Приходите на мой канал завтра, потому что завтра на моем канале выйдет новое видео. Оно выходит каждый день, поэтому я всегда рад вас тут видеть, ребята. Да, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.